Прекрасная погода, 29 февраля, выпал снежок, совсем немного. Начинаем искать. Значит, первая находка, такое ощущение, что это такое колечко-перстенек. Не фокусируется немножко камера. Но видно, что это маленький женский перстенечек. Вот. Еще один немногочисленный артефакт пищит. У нас копейка. Царей. Такая вроде как бодренькая еще. Копейка Александра. 821 год. Такая еще достаточно живая.